Всем привет, с вами Гриша и Варя. Сегодня у нас сказание Рунтеры. После победы ролик называется. Ну, это лига, это по-любому должна быть красота, поэтому просто надо садиться и наслаждаться. Что-то такое должно быть, что-то. Нажимаем? Смотрим. Именем короля! Остановите их! Все кончено. Город наш, сними свою корону. Останови войну. В моих жилах течет королевская кровь. Корона моя по праву. Как и эта земля. И мои подданные. У тебя больше нет подданных. Сегодня они станут гражданами Ноксуса. Эпоха королей окончена. Ноксус дарит свободу и славу тем, кому хватает сил заслужить их. Моя корона. Мне вернула ее рабыня, недостойная даже коснуться ее своей рукой и стоять в моем присутствии. Ха-ха-ха-ха. Теперь ты понял, ноксианец? Сами боги вернули мне венец. Остановить войну? Нет. Здесь правлю либо я, либо сама смерть. Покажи им, девчонка. Умри за своего короля. Давай! Нет. Наглую дрянь! Короли заставляют вас преклоняться перед пустыми титулами и правом наследия. В Ноксусе вы встанете с колен, и в сиянии нашей общей славы родитесь заново. Если бы они слышали, как ты дышишь во время ролика. Это потому что я толстый, что ли? Потому что переживал. Очень-очень-очень-очень интересный поворот. Выглядит вначале это как вторжение, и кажется, что... Они плохие парни. Плохие парни, что надо защищать короля. Но оказывается, что... Король тот еще фрукт. Когда показывают, как все трясется, выламывается дверь. Те, которые у короля стоят, такие позы занимают, что уже было видно, что они слабаки. В первую очередь возле королей должны стоять те гвардейцы, которые готовы за него отдать жизнь. Может, они стояли за дверью? Лучше у короля стоять, потому что мы за дверью. Посадил возле себя трусов. Не круто. Какой король такие амбалы? Наверное. Мудро стят варвары. А то, что он, я думал, бошку сейчас ему раздавит. Он такой, давай. Я что? Клево. Нарисовано обалденно. И прикольная история становления, возможно, нового героя. Это очень красиво. И очень сильно. Меня так прям заставило поволноваться, запереживать. Думал, что все-таки как так вот возьмут и свергнут короля. На вид кажется, да, что это все-таки как бы свержение короля. Просто так, какие-то варвары. Такая хорошая подача, что очень быстро нам дали понять, что он заслуживает этого. Это круто. И речь еще этого чувака, который... Дариус.
Какой же он могучий. Это одобряем, даже не очень обсуждаем. Я думаю, все сказания Рунтера можно закрытыми глазами сказать одобряю. Лайкосы можете выключать, потому что тут будет только позитив. А можете даже не смотреть этот видос, сразу лайкос нам. Ну не вам же. Все-таки в нашем ролике есть Лига, а это значит автоматом лайкосик. Лига также прекрасна, как и всегда. Видос красивый, сильный, сюжет, графика, все на высоте. Я люблю Лигу. Поэтому на этом все. Всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.